Переросли огурцы? Не беда. Ловите рецепт вкуснейших, пикантных, хрустящих, маринованных огурчиков на зиму. И для приготовления нам понадобятся не только огурчики, но еще и петрушечка, базилик, укроп, чеснок, сахар, соль, уксус, острый чили-перец. Ну и, конечно, для маринада будем использовать помидоры. Петрушку мелко нарезаем. Базилик просто промыли, нарезать его не будем, будем класть целиковый сразу в банку. А вот укроп тоже надо мелко нашинковать. Очищенный чеснок просто мелко нарубить. Ну а теперь огурчики, за ними малые. Отрезаем попки, затем пополам, еще раз пополам и делаем четвертушки. Теперь мы заполняем банку. В нее кладем мы немножечко петрушки, щепоточку укропчика, одна веточка зеленого, одна веточка красного базилика и чайная ложка чеснока. Затем просто накидываем дольки наших огурчиков в банку. Естественно, чем плотнее, тем лучше. А теперь осталось приготовить маринад. Для этого нам нужны томаты, и мы из них сделаем сок. Я закладываю томаты в кастрюлю и пробиваю просто погружным блендером. Теперь получившуюся нашу жидкость нужно процедить от семечек и от пленок. Тогда получим однородный, чистый томатный сок. И из расчета на 1 литр томатного сока я добавляю 100 грамм сахара, но у меня здесь 5 литров, поэтому 500 грамм сахара. 30 грамм соли, у меня здесь 150 грамм соли. И чайная ложка перца чили красного я добавляю вот такую 1 столовую ложку. Еще раз повторяю, у меня 5 литров томатного сока. Сейчас поставим это на огонь, доведем до кипения, проварим 10 минут, затем добавим уксус 9% 500 миллилитров на 5 литров томатного сока. На 1 литр томатного сока, значит, 100 миллилитров уксуса вам потребуется. А также этим рецептом можно закрывать и цельные огурчики, то есть они могут быть не обязательно резанными. И вот маринад наш готов, теперь мы разливаем его по банкам. Затем все баночки отправляем в кастрюлю для стерилизации, стерилизуем 20 минут с того момента, как вода закипит в кастрюле. Прошло 20 минут, достаем наши огурчики из стерилизации и закатываем машинкой для закатки. Протираю банку и убираю в тепло. Так что обязательно попробуйте, эти огурчики очень вкусные, причем как резанные, так и цельно законсервированные. Я вам настоятельно рекомендую, особенно тем, кто любит пикантность в таких блюдах.